So today we have this Випассана. First, now we do one active meditation. Сейчас у нас будет активная медитация. Dance and then lunch and after lunch. Затем после этого ланч. One hour, then и после ланча будет три сессии Випассана. Те, кто хотят присоединиться, пожалуйста. Это очень простая медитация, но тоже очень сильная и мощная. Вы должны будете закрыть глаза и дышать, наблюдать за своим дыханием, и для вас ни для чего не должно существовать, что бы там ни происходило. Just you. Как должно происходить ваше дыхание? Don't make any arrangement. Breath already is going. Ничего не нужно. Just you watch. You have to know every breath without mind. Каждое дыхание наблюдайте. If you come to breath, mind automatic you not going. Если вы приходите к своему дыханию, то автоматически он уходит, замолкает. Very deep you come. Идите поглубже, наблюдайте глубже свое дыхание. И тогда ум успокоится, он закончится. It is not you do Випассана first session and you go no mind. No. You just watching the breath, maybe three breath you watch, five breath you watch, suddenly you moving in mind again. Это не будет то, что вы все время будете наблюдать за дыханием без... I'm coming to breath. Вы будете ему отвлекаться, вы наблюдаете несколько минут, у вас отвлекли, если снова так, вот так несколько раз будет просто, не старайтесь все время возвращаться. So very easily you can go, but okay, bring back again, then again mind goes, then bring back again, slowly, slowly, будет происходить несколько раз. Will be more in Випассана, more in watching the breath. Вы будете все больше и больше наблюдением за своим дыханием. Watching every moment of the body. Like only body is left for you, know anything. Может, but watching the body only when you тело, do anything. Walk, work, looking, when you open eyes, doing things. Then. And if you know, enjoy stuff, then you can enjoy everywhere. Sitting on beach. Looking the делая Випассану, можете наслаждаться всем, чтобы не происходило вокруг you вас. Где бы вы ни находились, наблюдайте за своим дыханием. Inside mala. And это как будто внутри вас мала. Three centers, body, mind, and heart, and then your energy will be flowing like. Энергия как бы двигается от тела к чувствам, к сердцу. И вот так происходит круговорот. You no need any joy others. That is your most joy. Это может быть очень большое, самое большое, большим наслаждением. So who want? Итак, кто хочет участие в Випассане, пожалуйста, к Сатвике обращайтесь. И она вам скажет, во сколько, когда это. Пожалуйста, все, кто хочет, можете присоединиться. Сегодня и завтра. Different meditation, по три сессии. Active meditation. Because active meditation also is need. А then сейчас, через несколько минут, будет активная медитация. Body energy finish, then sitting easy. You can sit. Сначала происходит как бы чистка тела, okay, then. А затем уже спокойно сидение. So mantra. And 15 minutes after, we start meditation.